Добрый день, дамы и господа, с вами Big Black Man, и сегодня мы продолжаем проходить Life is Strange Before the Storm эпизоды. Ну что же, поехали, отпуск. Третий эпизод продолжить. Сейчас мы добрались домой до Рэйчел, пока родители... ...найти телефон сэра, чтобы встретиться с ним. Вот что мы должны. Мы знаем код двери. Hello? Есть там? Есть. Заходи, доченька. Печечка электронная, там времечко. Сразу, без проблем. Армит, дизармит. Самое интересное, дверь, которую надо взломать, сам на первом этаже при выходе. Ясно, что-то там есть такое для грабителей. Это что-то интересное. Так, геймпад убрать, чтобы он не прыгал по столу. Нужно найти в этом кабинете хоть какой-нибудь способ связи с Сарой, с которой мне поможет отыскать ее. Так, поехали. Раз мне поможет сыпаться пепел, почему бы в Лос-Анджелесе не пойти снегу? Думаешь, потрусить? Ну, потруси. Вода какая-то. Это снегопад столетия. Класс. Ладненько. Досье взглянуть. У Джеймса есть досье на Фрэнка? С удовольствием почитал бы, но надо сосредоточиться и торопиться, если чё. Да. Так, взглянуть награда. Лучший отец... Все равно эти награды больше политика, чем что-то вроде реально. Опа. Чего изучить? Давай изучать. Ключик. От того самого ящичка, где лежит все записи. Сто пудов. Класс. Секретный ключ. Осталось найти секретный замок. А я его видел. Я его видел, так, Дрю. Так, привет, Прайс, спасибо еще раз, что поиграл с Майкиха. Хорошая была игра. Удачи тебе, что ты делала. Будь осторожна. От нас, от всех. Спасибо. Майк говорит, что Хлоя сможет справиться со всем, надеюсь. Давай. Я видел его запрещенный замок. Конечно, открываем сразу. Хватит разглядывать, пока время есть. 11:21. В смысле? Ведьма? Нет. Добро пожаловать в Тайнвиль. Ох, если она спалится. И все. Сраная коробочка. Открыть не будем глядеть. Сразу открываем и понеслась. Вон телефончик вижу. Баксы. Взглянуть на телефон. Нужно узнать, с кем Джеймс разговаривал по этому секретному телефону. Речь могла идти о Сере. И что? Ты же знаешь, что это она на меня ночью напала, так? Тебе бы научить ее получше себя вести. Как твоя дочь? Расслабься, работай, будет мой лучший человек. Йоу. Тут до хера я больше читай. Молчание, наверное, тебе больше нет нужды разбираться с этим. Ты же знаешь, что это на меня напало. Так, только без насилия. Оказалось, она не так проста. Нам нужно будет бросить на это больше ресурсов. Конечно, может потом. Рил с твоей девчонкой, язык у нее длинный. Короче, много того. Мне скажут, что ты можешь помочь с моей проблемой. Переходим к черту. Черту. А что ж, обсудим. Позвоню вечером. Я нашел ту, кого ты искал. Позвони через 15 минут. Ну, я не занимаюсь благотворительностью. Мне нужно, чтобы ты сделал то, о чем мы говорили. Я не могу. Конечно, можешь, что ты. Джеймс работает. Джеймс Америк? Какое-то безумие. О чем они говорили? По девчонкам Дэйма имел в виду Сэру? Да хрен его знает. Я в любом случае должна узнать.
В курсе ли Дэймон, где Сера? Но как заставить ее расколоться? Как заставить его сказать мне? Заплатить. Где Сера? Так, где Сера? О, так мы теперь используем имена. Расслабься, может. Все просто. Либо ты то, что я хочу, либо твоя маленькая проблема станет большой. Так, ты позаботился о вещдоке или нет? Shit. What do I say? Вещи. Что мне сказать? Ну да. Позаботился. Знаю, ты в этом деле новенький. Ну вот как это работает. Ты показываешь мне доказательства, я даю тебе то, что ты хочешь. Йо. Что это за фигня? Если Джеймса правда есть этот вещдок, я думаю, что Дэймон скажет мне, где Сера. Если не отправить ему фотографию. А вот взгляд. Джеймс охраняет кучу досье на всяких людей. Левый ящик. Открыть. Италия. Что-то бухло. Рафти взгляд. Не надо орать. Еще херес? А, бухло. Так. Уже полезли прокурором, видимо, по должности полагаются. Когда ищешь секреты, заглянь в компьютер окружного прокурора. Если Джеймс пытается защитить Рэйчел от ее матери, это довольно мерзкий способ прочесть. Так, кому интересно, можете прочитать. А, тут что-то про сэр. Так, дальше. Все? Ничего не листается. Не, ну подожди. Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even James is trying to protect Rachel from her mother. This seems like a pretty terrible way to act. Так, ладно, надо прочитать, да. Так, Джеймс, хватит. Когда ты сказал мне в парке, что ты позволишь стать частью жизни Рэйчел, я, естественно, разозлилась. Но я понимаю, эту нужду и защищать ты имеешь на это полное право, как родитель. Но отправлять человека, чтобы меня разуметь, рожать мне что-то, твои моральные устои уже не такие высокие. Что за методы от окружного прокурора, кто скажет твои избиратели? У меня есть право встретиться со своей дочерью. Не адвокат, с которым я это обсуждала, согласен. Но что важнее, Рэйчел имеет право знать, кто ее мать, знать правду. Поступи правильно, сэр. Вот так вот. А как мне переключиться? А никак. Досье. А вот еще что-то. Шелдон. Шелдон? Почему мне кажется, что я где-то слышал это имя? Блин, ну еще что-то же должно быть. Arcadia Bay is least wanted. Уголовный уголок Аркадии Бэй. Так, преступность. Прочесть. Ясно. Давай вот этот еще ящичек. Что-то ж тут, коробочка. Бери, открывай сразу же. Долго не думай. Вещдок. This must be what Damon was talking about. Должно быть, это то, о чем говорил Дэймон. Shit. Блин, о чем мне говорил Дэймон? Я могла бы просто выбрать наугад, посмотреть на его на реакцию. Может, в кабинете найдется какая-нибудь инфа. Инфа, ну давай. Ой, блин. Так, ё. Ну и что ты имеешь в виду? Инфа. Вещдоки или нет? Все просто... Делаешь то, что я хочу, либо твоя мамка.
Наверное, нож, я так думаю. Гильза, нож. Я думаю, нож это. Ножом же пронули. Так. Чем ты отправляешь мне эту хрень? Ты знаешь, о чем я говорю? Нет. Сука. Сейчас все перепечатаем. Давай гильзы, ёпта. А сейчас в итоге окажется перчатка, да? Чего, блин, я ни в кого не стрелял? Ты что, паять пытаешься? Давай перчатки. Все вещдоки уж слила. Это хоть оно? Я жду. Что это, нужный вещдок, так? Да, и теперь ты, блядь, должен его уничтожить. Почему ты так плохо в этом деле? Сейчас займусь. Если пойму, каким образом? Так, как мне уничтожить перчатку? Может, я смогу ее как-нибудь сжечь? Здесь на самом деле Джеймс не спустит его с крючка. Этот тип должен заплатить по полной. За то, что он сделал. Так, вещдок. О, сжечь перчатку. Прям в кабинете она же воняет будет. Он спалит, что кто-то был здесь. Что за чушь? Офигеть, выкинь на улицу. Что это за перчатка? Да, ты додумалась тоже. Уф. Лучше больше не трогать. Что-то сейчас будет. Где-то я подспалюсь, чувствую, и жопа будет мне. Да, ты о нем позаботился. Хорошо, и так. Разве что уничтожил вещдок, можешь еще и сказать, кто из моих людей стукач. Да ты достала, ублюдок. Хватит, никто понятия не имеет. Давай ему скажем, хватит. Где она, хватит, Игорь? Прости, шеф, но я все-таки думаю, что ты сделаешь. Что я прошу, скажи мне, кто это. Или ты предпочел бы разбираться со своей проблемой сам. Черт, надеюсь, у Джеймса найдется тут что-нибудь, что скажет мне, кто информатор. Мама, собирайся готовить ужин, поскольку ты вернешься домой. Не жди меня. Солнышко, мы и так проводим мало времени, как семья. А Рэйчел, не хочешь присоединиться? И тут были очень рады. Мам, я просто не могу сегодня прийти. Прости, Хлоя, все в порядке? Ага, все нормально. Ну ладно, люблю тебя. И я тебя. Значит, мне нужно узнать, кто из людей Дэмона стукача, я должен поискать в кабинете. Какую-нибудь информацию, которая поможет мне это выяснить. Должна. Хорошо. Письма. Сара прислала все эти письма, а Джеймс так и не отдал их Рэйчел. Вот же дерьмо. Так. Мазафака. Блин, следующий знак. Так, хоть Сара перестала обналичивать чеки Джеймса, видимо, рад сказать об этом вчерашней ночью, он так забыл. Блин, тут еще что-то она говорила. Ладно, не в жопу. Вот. Изучить. Суду больше. Смахивает. Вот так, а кто это? Что имя, фамилия Джеральд Скотт, ответчик, номер отдела, сделка с признанием вины, и ответчик заявляет следующее обвинение, незаконная продажа краденных товаров, обвинение, знаю свои права, их по собственной воле. Джеральд Скотт, ответчик. Все. Нет?
одно, да? Скажи мне, кто... Эй, а чё ты не пишешь? Не то, да? Хорошо. А тут ещё одно было. This is that freak from the mill. Этот урод с лесопилки. Интересно, wonder что ты подумаешь? Это комментарий про comment. Активно сотрудничал. Кто такой? Оливер Резерфорд. Сегодняшнее число. Слот досрочно освобожден. Шелтон Парк. Или вас за последний месяц? Да, нет. Если да, напишите обвинение. Так, Оливер. А ну. И чё, будешь писать что-то? Эй, чу-чу-чу. Сука. Блин. Man, this guy's the snitch. He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Кого-то еще? А, вот это да. Родни Сирс. Ну что, давай, пиши уже. Стукач, эй, пишу. Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if... Oh, man. This guy's the snitch. He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. А что тут еще поизучать? Я вроде уже все полазил, нет. А, вот еще досье. There's no way that Frank is snitching on Damon. Стучит на Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Праздно шатание. Праздно шатание. Фрэнк. Фрэнк Шменк. Ну и че? Будешь писать? Тра-та-та. Есть еще что-то. Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. О, обвинить. Кого? Okay. Ладно, перед тем, как обвинить кого-то из этих парней, нужно убедиться, что я правильно выбрала. Right. Ага. Ну и? Ну и фото торговца, Грома, фото Фрэнка Шелдона, что-то преступление. Рома, это кто такой? Фрэнка не буду обвинять. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Может ли этот ушлепок быть тем? Чего тем? Может. This guy let me into the mill. Пен пропустил меня на лесопилку. Клевый чувак. This is that asshole who was selling firewalk shirts. Волк. Давай его обвинять. Так, это Джеральд. Я думаю, что ты знаешь, что нахуй несешь. Что нахуй несешь. Понял. Сука. Гамно. Сделка с признанием вины. С чего вы мне врать? Знаю, ладно. При этом ты так и не смог мне ничего припаять. Это Джеральд, не Джеральд. Блин, это будет сложнее, чем я думал. Возможно, мне нужно копаться в поисках улик. Иди домой. Не буду я копаться. Отчет о преступлении. Так, описание ваше. Меняется следующим названием. Преступление, падение, причины. Обстоятельства с привлечением смертоносного оружия. За полицейский округ, заявление после словесной перепалки, жертвы Мерик начал размахивать кочергой. Раз ударил жертву в область головы. Мерик, давай Мерика. Шелдон обвинит, давай. Император Шелдон, пай. Черт из два, мне начинает надоедать твои игры. Сука. Давай Грома. Твой стукач Гром. Чё, сходится, жду, не дождусь, когда разберусь с этим ёбком.
Выходит, остался только наш с тобой обмен налом. Покажи мне плат, и я скажу, где мы встретимся. Да ты достал, ублюдок. Payment? Оплата? Fuck. Бля! Сколько? Давай, сколько? Ровно столько, сколько вы у меня украли, легавые. Here's hoping James already has Damon's money. Кстати, только надеяться, что у Джеймса же есть деньги. But Damon. Where would it be? Вот только где они могут быть? Снежный шар. Потрясти. Че? Подозрительно, нет? It's the big one. Снегопад. Столетия. Блин, ну по-любому где-то. Баблосы, штуки, шмотки. О, опилки, взгляд. Интересно, это как-нибудь связано с заначкой Дэймона? Конечно, изучить. Оп. Вот дырочка. И баблосики. Главное, чтобы ее не застукали. Это же жестяк. Holy shit. Твою мать. Сфотографировать не надо, глядеть. Время надо экономить. Так, ладно, хорошо, сработано. Вот твоя девчонка в подарочной упаковке. Че? Fuck, that's Sarah. Бля, это Сара, и она на лесопилке. Что он с ней делает? What is he doing to her? Назад. Принеси мне деньги, можем закончить дело. Отпусти ее. Давай скажем. Я меняю сделку, отпусти ее. Пасуем, а? Ты правда в этом новенький? Можешь мне оставить ее дело у тебя на пороге? Принеси наличку, потом можешь обсудить. Твою же Джеймс вообще понимаешь, что делает? Okay. Поехали. Ладно, у меня еще есть время. Дэймон ждет свои деньги, верно? Значит, пока он ей ничего не сделает. Ну да. Блядь, надо ехать туда в темпе. Хлоя? Эллиот? Эллиот? Эй! Эллиот! Эй! Эллиот, что ты тут делаешь? Да, в чужой дом заперся. Что ты здесь делаешь? Это же Рэйчел дом. Это ты здесь что делаешь? Эй. Really just follow me here? Он правда за мной шел? Ты следил за мной? Ты шел за мной из больницы? I did. Да, я беспокоюсь за тебя. I'm fine. Я в порядке, ты творишь все, знаешь, что ты не должен здесь находиться. Chloe. Это что? Вот козёл. Эллиот, put that down. Эллиот, положи их на место. Ты понятия не имеешь, во что ввязываешься. And you do. А ты, Хлоя, во что ты впуталась? What have you gotten yourself into? You... Ты не поймёшь. Give me a chance. Дай мне шанс. Какого чёрта ты делаешь? Короче, я не могу особо распространяться. Это связано с матерью Рэйчел, ее настоящей матерью. И это объясняет, что ты вламываешься в дом прокурора, и у тебя при себе это? Веришь или нет? Ну да. I'm so sick of you not seeing как же мне Rachel достало really то, что is. Ты не видишь, кто Рэйчел на самом деле такая. Когда же ты поймешь, что она с тобой делает, Эллиот? Просто отойди. No. Нет, ты должна меня выслушать. Но не тут, да? Чем у тебя было отношение с ней? You don't know ты не what понимаешь, you're talking about. О чем говоришь. First night you hang out. Что случилось, когда вы впервые вместе затусили? You end up in a ты ввязалась в драку.
Она спасла меня вообще-то. You don't know what you're talking about. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Рэйчел мой зад спасла. I'm sure that's how it seems. Не сомневаюсь, так ей кажется. Stop suggesting that she's somehow bad. Хватит намекать, что она как-то плохо, на. The next day she convinces you to skip school. На следующий день она говорит тебе пропустить уроки. И чудо, у нее проблема. And you get expelled. А тебя отчисляют. Это был мой выбор. Я взяла на себя вину, потому что хотела этого. Рэйчел пыталась меня защитить. Рэйчел tried to protect me. Yet somehow it all worked out for her in the end. Все таким образом сложилось прекрасно, как обычно. You don't understand. Ты не понимаешь. Тебя там не было. Was she protecting you when she made когда you take part in a play you didn't want to be in? Тебя поучаствовать в пьесе. Seriously, защищал, чувак, я серьезно. You тебе заткнуться нахер, I've been quiet long enough. Я достаточно молчал. Look, нашел время. Послушай, Рэйчел прекрасная актриса. Stage, я не про сцену fake. Говорю. Она фальшивка. You're real. Ты настоящая. Мне больно смотреть, как она тобой манипулирует. Like this. Elliot. Эллиот, клянусь, никто мной не манипулирует. No one is manipulating me. No? Блин, она уже задумалась. Нет, блин, где ты оказалась? Недоучка. Якшаешься с уголовником, ломаешься в чужие дома. Это безумие. В больнице сегодня запросто мог оказаться ты. Если когда-нибудь произойдет. Ценю твое беспокойство. Слушай, я понимаю, ценю твое беспокойство. Я так не думаю. Эллиот. Че ты доколупался? Это я тот, кому ты не безразлична, Хлоя. Я не Рэйчел. Пора тебе посмотреть правду в глаза. Что это значит? Это значит, что сейчас ты должна перестать думать о Рэйчел, послушать меня хоть раз. Ля, может реально он правда? Пойдите мимо него, успокой, давай успокой. Эллиот, пожалуйста, знаю, ты расстроен, но... Я не расстроен, я пытаюсь помочь тебе. Пройти мимо него. Давай пройдем мимо него. Слушай, I'm мне жаль. Sorry, но мне really правда нужно идти. Что тут такое, ты мудила? Зачем ты заставляешь меня это делать? Ты не можешь меня просто выслушать? Ладно, позвать на помощь. Эллиот совсем поехал. Нужно вызвать полицию так, чтобы до него не дошло. Офигеть. Как? Кто тебя поддерживал? Когда уехал Макс? Когда погиб твой дед? Всем было наплевать на тебя. Кроме меня. Нам нужно о многом поговорить. И меня не волнует, сколько это займет. Мы не уйдем, пока ты не поймешь, что я прав. Right, ладно, Эллиот, ты так сильно хочешь поговорить? Поговори. So let's talk. What's really going on here? Что тут происходит на самом деле? Мне ты можешь сказать. Тут в доме Эмберов. Вот прям здесь, тут живет прокурор. Тут живет прокурор. You're acting strange. Ты странно себя ведешь. Что происходит? What? Nothing. Что? Ничего. What are you? Я... Что ты? Ах ты, сучка. Спалилась. Раз ты не видишь, что я просто хочу помочь. А теперь ты нападаешь на меня? Зайдешь настолько далеко, чтобы защитить... Рэйчел, об этом я и говорю. Нет, идиот. Че это за хуйня? Беги лучше, долбоебина. Копа мог приехать в любой момент. Не успела. Охренеть, в натуре влипла. Это жестяк. Что, смылась?
творится неладное вообще. Смылась. Офигеть. Завтыкало. Давай шуру дальше. Ох, ее сейчас трусит, наверное, все. А, это пожары до сих пор. А ей папа что-то говорил, смотри, не обожгись. Сколько разрушений. И все потому, что Рэйчел разозлилась на своего отца. Который врал ей всю жизнь. Все еще продолжает врать. Эй, отцом быть тяжело. Это не оправдывает его действий. Я лишь говорю, что сделал бы все, чтобы защитить тебя. Эй. Dad? Эй, пап. Yeah? Да? Did you ever lie to me? Ты когда-нибудь врал мне? Конечно. Я не про тот случай, когда ты сказал, что пепельница, которую я сделал для мамы, не... I mean, like, really не полное дерьмо. Я типа про серьезную ложь. О чем-то, что могло бы сделать мне больно. What do you think? А как ты думаешь? Думаю, нет, просто не знаю. Просто не знаю. Я не знаю. Именно поэтому так паршиво. Джеймс Эмбер, как идеальный отец, и Джеймс Эмбер, как скрытный засранец, ведут себя с Рэйчел абсолютно одинаково. Ох, милая, врешь ты ужасно. Значит, у тебя бы лучше не вышло, а так? Любила бы ты меня меньше? Наверное, немного. Наверное, немного. Я бы никогда не хотел, чтобы ты любила меня меньше. Я бы сделал многое, чтобы это предотвратить. Действительно ли ты готов услышать ответ на свой вопрос? Да, я готов. Да, конечно. Готово, насколько это возможно. Проблема в том, что я мертв. Как же я тебе хоть что-то расскажу? Сейчас же мы разговариваем. Вот так вот. Жопа. Лучше уж так, да. Лучше уж так. Поехали. Идем так лучше, ничего не зная. Согласен. Значит, я всегда буду идеальным отцом? Сколько людей могут такое сказать? Один. Два. О, еще и песня ваша любимая. Ну уж нет, моя тачка, мой музон. Поехали. Am I seriously going to? Я серьезно собираюсь встретиться с Дэймоном Мерриком лицом к лицу? Все ради Рэйчел. Я совсем поехавшая. Жесть какая поехавшая. Я рада, что ты здесь, пап. Не хочешь быть, чтобы я ушел? Нет, компания веселее. Кроме того, ты точно не захочешь такое пропустить. Сейчас начнется самое интересное. Чувствую, сейчас начнется самое интересное. Жесть, Джобс. Thank you.
подперли. Shit. Черт. Это что, кровь? Это ж тут этот крендель его, наверное, замочит. Стукача которого. Фрэнк? Фрэнк? А Фрэнка тут и нет. Эй! Фрэнк! Эй! Фрэнк! Тыща. Где этот Мэрик, мудак? Черт, плохо дело. Я позову на помощь. Фрэнк. Сперва я должна помочь маме Рэйчел. Пусть на резидент смахивает ветер такой. На четвертый. Куда она? На лесопилку заперлась. Горела. Такой дизайн. Ты черт возьми, Сара. Ля, прикольно зачитили. Шифер. Передвинуть. Что-то написано. Don't, чего тут? Don't miss. Tech. Don't tell me what to do. Не указывай мне, что делать. Окей. Нож. Взять на всякий. Всякий случай пригодится. Оп, карман сразу. Мобила. Наверное, специально оставленная тут. Прочесть. Гром, тут либо ты, либо я. Ничего лично, полицейский. Все кончено, Дэймон теперь. Дэймон теперь Дэймон. Так, что там нету ни хрена? Нет. Опа. Все будет хорошо. Это же волочка. Еще немного, и ты скажешь всем своим проблемам. Пока-пока. Какого хера? Я просто хочу увидеть со своей дочерью. Неужели ты не понимаешь? Почему он... Твоей дочери, господи. Jesus. Так вот из-за чего он так парился. Нельзя дать общественности узнать, что мать твоего ребенка это наркоманка. Я все лишь хочу видеть ее. Вам не нужно. Заткнись, Джеймс Эмбер хочет избавиться от тебя, и этим мы и займемся. А, вот так, это просто ужасно. Вот что он хочет ее убить. Вот это жесть. В конце концов, никто не верит наркоманке. Нет, слышь, может, он сказал, ты уже год в завязке, уважаю. Слышь, может, ее нарочно сделали наркоманкой, специально. С этого дерьма трудно слезть. Блин, напади на него. Ты справишься. Давай. Эй, будила. Дэймон. Дэймон, какого хера ты тут забыла? Использовать нож, деньги у меня. Мы можем поговорить. Так, right, деньги у меня. Те, что задолжал тебе Джеймс. Кем ты, блядь, его образом? Беги. Никому не нужно знать. Просто отпусти, и я не расскажу. Ах, еблось. Вот, сука. Надо было сразу рубать ножом. Разговор окончен. Оставь ее в покое, заткнись. Бля, надо было сразу ножом лупить ее. Какого хуя? Ты обчистил прокурора, достал мои деньги, сожгла весь дом. Вот все вот это? Я лишь пытаюсь помочь. Ой, хорош. Отойди от нее. Я сказал, блядь, тебе заткнуться. Бля, надо было ножом рубить и все. Нет. Что ж, надо? Да, шернул. Отправляйся в свой блядский мир. У
на Синой. Let this be a lesson. Пусть это послужит тебе уроком, малыш. Выбирай жизнь неправильно, или кончишь, как она. А что же мне делать теперь с... Что ты натворил? Здорово, я тебе... А? Вижу, ты слишком соображаешь, когда надо отступить. Потому что ты встал на ной. Лоя. Фрэнк, ты не хочешь опять начинать, а? Окей. Ну ладно, это не хочу опять начинать. Ну хорошо, тебе, мужик. Пошел нахер. Во. Сара. Рэйчел, ваша дочь, она... Труба этот пидор всех, короче, покалечил. Бля, надо было ножом хуйнуть сразу, сука. Че ж я не рубанул он? Да он бы отбил по-любому. Я бы не лупанул ножом. По-любому он бы меня отпиздил. Сара? Сара? Клоэ Прайс. Клоэ Прайс? Вы знаете мое имя? Кто я такая? Я видел тебя в спектакле. Ты была забавная. Спасибо. Сядь. Сара. Сара, с вами все в порядке? We need to talk about what happened. Нам нужно обсудить происшедшее. Я так жаль. Рэйчел can never know. Рэйчел должна знать об этом. Узнать о чем? What exactly о чем мне Рэйчел должна узнать? Что сделал Джеймс? Нанял бандита, заказал ему накачать меня. Он кусок дерьма, и я позабочусь, чтобы Рэйчел никогда не должна узнать об этом. Чушь собачья. Нет, я не понимаю. Объясните, почему? Разве она не заслуживает знать, что сделал ее отец? Нет. Рэйчел заслуживает любящего отца. Отца, который о ней заботится. Джеймс лжец, который... Джеймс доведен до отчаяния человека, который любит свою дочь. Как и она его. Ты помнишь у него это? Если расскажешь происшедшее, отнимешь навсегда. Она заслуживает встречи с вами. А чё же Джин защищает ее? От вас, Сара? Она же хочет встретиться с вами. Нет, не хочет. Она хочет встретиться со своей матерью, а я никогда не смогу ей стать. Почему вы так говорите? Потому что Джеймс прав. Он забрал меня то, что я, возможно, никогда ей не верну. Но он прав. I'm broken. Я сломлена. Вы сильная. No. Это неправда. Вы сильнее, чем думаете. You're stronger than you realize. You don't know anything. Рэйчел, похоже, ты ничего обо мне не знаешь. I know Rachel needs. Я знаю, что Рэйчел нуждается в вас. Я знаю, что такое чувство потери. Я потерял отца, я потерял лучшую подругу. I lost my father. Я потерял отца 2 года назад. How? Что случилось? Автокатастрофа. Поехал забирать маму из магазина, в результате выскочил на красный свет. My mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. И все. Мрачненькая такая серия, соболезную. You don't know what this is to me. Ты не понимаешь, что они для меня значат. Вся боль, все страхи, все исчезают. Так ты же вроде слезла. Gone. No more sadness. Больше ни грусти, ни печали.
Why would anyone not как захочешь почувствовать себя иначе, хоть ever. Когда-нибудь? Год завязки. Мы нужны Рэйчел. Я ничего не знаю о наркомании, но я знаю, каково это быть кому-то нужной. Это знание дает вам такие силы, которых вы раньше не подозревали. Вы нуждаетесь. Нужна Рэйчел. Рэйчел нужна ее семья. Возможно, я сама не понимаю, о чем я говорю, но я лишь хочу, чтобы вы знали, насколько Рэйчел невероятна. Я знаю это. Она бесстрашна. Она великолепна и талантлива. И она так тонко все ощущает. Она так... Знала бы она сильно духом. Знала бы она, что еще с ее мамой разговаривали. Нехорошая жизнь. Она росла в любящей семье. Мне было то, чего я бы никогда не дала. Хотя бы пообщайтесь. Она говорила, что всю жизнь чувствовала, словно ей чего-то не хватает. Этим чем-то были вы. Так, ей всего хватало. У нее идеальная семья. Далеко не идеальна. Я думал, мой отец идеальный. Even without all this shit, даже если не брать в расчет все это дерьмо семьи Эмберов, далеко не идеальная Джеймс. Сраный мажор, а Роуз позволяет манипулировать собой. Возможно. Однако Рэйчел не нужно, чтобы у нее забрали отца. Да он не заслуживает. Важен не Джеймс. Ни я и не ты. Важна Рэйчел. Tell her what James did. Расскажи Джеймсу, он умрет для неё навсегда. Ты понимаешь это, да? You lost your father. Ты потерял отца. Хочешь, чтобы Рэйчел прошла через это? Вспомните ваше письмо, я не могу лгать ей. Вы не хотите увидеть её? Давай так. Разве вы не хотите увидеть свою дочь? Вы же пришли сюда за этим. Вы бросили наркотики. Ради этого вы заслуживаете шанс узнать свою дочь. Нет. Ничто не исправит моих ошибок. Я никогда не смогу быть матерью Рэйчел. Не в этом мире. Но все еще могу для нее кое-что сделать. Единственное, на что я способен... Ширнуться и упасть. Позволь мне дать ей отца, которого она заслуживает. Того, кто вырастил ее, защищал того. Кто любит ее больше всего на свете. Поступай, как знаешь, Хлоя. Все в твоих руках. Ты должна решить, хочешь ты защищать Рэйчел, или же причинить ей еще больше боли. Вот так вот. Потом она узнает, и все равно пустёж получится. Пожалуйста, не говори ей, что я была здесь. Пусть в её мире будет тишина и покой, без меня. Постойте. Не уходите, я буду о ней заботиться. Я буду о ней заботиться. I believe you. Я тебе верю. Goodbye, Chloe. Прощай, Хлоя. А где эти мужики делись? Чуваки, мужики. Короче, жесть, а не серия получается. Короче, я все это дерьмо всплывет потом наружу, брехня, всякая брехня вылазит наружу. И она на меня надуется и не будет любить, и вот и все. Стопудово так и будет. Но надо не говорить. Трудно будет. Hello. Привет. Привет. Hi, Chloe. Привет, Хлоя. Рэйчел только что уснула.
А я в таком дерьме побыла. Уверен, она будет ужасно рада тебя видеть, когда проснется. Может, зайдешь чуть позже? Привет. Спи дальше, малышка. Тебе нужно отдыхать. Можно мне поговорить с Хлоей наедине? Минутку. Можно? Хорошо, дорогая. Будем прямо за дверью. Громко не кричите, чтобы ничего не слышали. Говорить правду, не говорить. Хрен его знает. Как самочувствие? Like I got stabbed. Как будто ножом порнули. Врача ряд достается. Чумовой шрам. Maybe a tattoo is in order. Может, пришла пора для татуировки? Да бля. Ну, we never actually escaped. Так и не сбежали, да? Did we? We've got time. У нас еще есть время. All the time in the world. Все время мира. So, how did everything go? Рассказывай. Лучше бы мне выбрать Rachel. Давали было по сюжету. Рэйчел, мне нужно тебе кое-чем рассказать. А кое-что. Давай рассказывай, чтоб я не выбирал. Я не могу такие трудные выборы делать. Разговор Рэйчел обо всем защите Рэйчел от правды. Суки, вы специально издеваетесь. Я понял. Защитите Рэйчел от правды. Типа наебать или рассказать правду. Ну и... Блин, но все равно она потом узнает, да? Будет Рэйчел и жесть будет. Давай защитим, не буду ей рассказывать правду. Эй, что стряслось? What's wrong? Я подвела тебя. I failed you. Я не смогла найти ее, мне так жаль. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. Ага. You seem so confident. Была так уверена в себе. Я действительно верил, что ты ее найдешь. I really thought you'd find her. Yeah. Да. И я тоже. Maybe we can try tomorrow. Можем попытаться и завтра. Может, она еще не покинула город. Of course. Конечно. Блин, потом она узнает, мне будет трудно. Не знаю, где бы она ни была. Она очень тебя любит. She loves you very much. Как и я. How? Куда ты это знаешь? Потому что тебя наебало. А вот оттуда, что бы и в этом от нас всех отличаться? Should she be any different from the rest of us? А если правда сказал, батю б ненавидела. Хрен его знает. Посмотрим, что дальше будет. Дальше будет жопа. Поэтому Рэйчел, наверное, исчезнет. Жизнь не Хлои. Смоется, да, просто? Все. Все хорошо. Я открою.
заулыбалась. Это кто? А, я понял. Вылет с Хлоей. Ботаны шпилят. Прескот. Девчонки, которые за него переживают, потому что она не увидела лишь, просто отморозилась. Денис Макс, да, в оригинальной части сидит. Бля, крутая игра на самом деле. Побольше таких игр. Так, я понимаю, это все эпизодик. Она у нее дома. Она покрасилась. Что-то я не пойму, что это такое. Да и показывает, что дальше было. Ох, нихера себе стату. А, рисует просто. Прошли мы третий эпизод игры, который называется «Отпуск». Что, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте, друзья, пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем пока, иначе мы... Пока-пока. Будем ждать новых эпизодов.